Всех приветствую! Поздравляю всех вас с Новым годом, граждане! Меня все так же зовут Никита Онегин, дядя Никит. И сегодня я даже вот так вот красиво, хорошо приоделся, даже часики свои нацепил, для того, чтобы сделать вам официальное поздравление. В этом году действительно было очень много всего очень сложного, негативного. Но давайте постараемся на момент этого праздничного атмосферы, вот этого всего настроения, забыть это, просто вычеркнуть из головы хотя бы на несколько, может быть, недель. Да, я знаю, что это, наверное, самый сложный год. Прекрасно все понимают, что мы так каждый год говорим, но это действительно самый сложный год. Как бы мы там не хотели бы по-другому это все делать, но это реально самый сложный год. В этот год произошло очень много разных изменений, и СВО, вы сами тоже понимаете, как перевод существовывается, и вообще в мире очень много всего. Но у нас с вами Новый год, а он, как вы знаете, не привык ждать. Каждый год одно и то же, 31 декабря, 1 января, мы уже будем кушать по традиции салатики, питки интересные разные, да, и праздновать, встречать новый 23-й год. Год кролика, кстати. Что я хочу вам пожелать в новом году? Ну, как минимум, хотя бы здоровье. Потому что действительно по здоровью у многих борода, даже у самых молодых, бывают проблемы со здоровьем. Пожелать здоровья в первую очередь, поменьше болейте, надевайте шапки, подштанники, похер как на вас будут смотреть сверстники, вы зато будете перед собой чисты и вы не будете болеть. Ведь самое приятное, что, неприятно точнее, что болеют не они, а вы. Едино. Также хочу пожелать вам удачи во всех ваших начинаниях. Абсолютно во всех, куда бы вы ни подались. Потому что, ну, каждый человек по-своему зарабатывает. Каждый человек по-своему уникален. И каждый по-своему хочет жить в этом мире. Потому что нам отведено всем совсем немного. Поэтому я хочу вам просто всем пожелать простого человеческого счастья, поменьше болеть, здоровья и просто удачи во всех ваших начинаниях. Поверьте мне, именно этого мне и как раз таки не хватало. Вот эти простые банальные вещи, типа чудеса, удача, праздник. Это, конечно, да, но все-таки, действительно, надо что-то более материальное. А здоровье, как не в том, что материальное. Теперь давайте послушаем игроков Дитка Силы, которые вас также будут поздравлять с праздником, с Новым годом. Послушаем абсолютно каждого, который там, в 7-м сезоне принимал участие в том же Супер Кубке Двора. Серега Кучерук, Сами Заимналов, Дмитрий Тоник, я, соответственно. И вот один, как раз, тоже будет интересный человек. Послушаем их поздравления в новом интересном году. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем пока. Дорогие болельщики, от лица нашей вратарской линии хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Желаю вам больше радости, здоровья и, конечно, побед вашей любимой команды. Сейчас погода не самая футбольная, но когда наступит, мы надеемся, что вы придете на стадион, поддержите нас, и вместе мы будем радоваться победам. Ну а мы сделаем все, чтобы их было как можно больше. Всем подписчикам Дяди Никита передаю огромный привет. Дэйв Кассили, конечно, прям огромный привет. Поздравляю всех с Новым годом, чтобы все ваши мечты сбывались, чтобы то, что вы захотели, там, хотя бы, блин, не знаю, деньги, ну, это материально, конечно, здоровье, это самое главное, деньги, там, машины, все, что вы хотите, чтобы все сбылось. Самое главное, это здоровье, ребят. Кроме, если у вас не будет здоровья, у вас вообще ничего не будет, так что берегите себя, смотрите канал, всем пока. Привет всем, я игрок Дейвка Силы, Леха под номером 3, желаю вам всем хорошо провести время. Хороших каникул, отдыха следующего года. Этот год был сложным, но мы все его прошли. Желаю всем удачи в следующем году. Увидимся тоже в следующем году. Буду выступать и стараться на всех матчах. Всем пока. Всем привет, дорогие болельщики. Я 14 номер ДФК Силы и по совместительству капитан Сэм. Я хотел бы вас всех искренне поздравить с Новым годом, пожелать всего самого наилучшего, исполнения всех ваших желаний, конечно же, здоровья, чтобы был этот день. Очень важный день, очень важный праздник, отпраздновали всей семьей, дядь, тети, чтобы все были, чтобы никого не забыли. Даже жизнь получилась. Вот, пожелать, конечно же, футбольных успехов для вас, потому что футбол это очень важная часть нашей жизни. Кстати, в футболке Барселона. Вот, пожелать, конечно же, побольше подарков, побольше денег в этом году, да. И чтобы под вашей елкой всегда было что-нибудь вкусненькое, что-нибудь хорошее в плане подарков. Поэтому всем удачи, мы с вами.